Всем привет, ребят. Ну что, проснулся и уже обнова на русском сервере прошла. Я вам ее, в принципе, снимать даже не буду. Там, кроме кошмарок и возврата старого. Старой анимашки по роллингу ничего такого интересного нет. Будем проходить кошмарку уже на этом аккаунте. Вечером, думаю, на стриме. А сейчас у нас будет вопрос. Апнем ли мы сегодня Лям Силы, или он реально доступен, поэтому делайте чаек и садитесь смотреть. Уже 993. Осталось полчаса до апдейта. Здесь есть кристальный. Блин, не проснулся, еще горло дерет. Вот такой вот хрустальный и хрустальный, в общем, какая разница. Топовые плюшки и, конечно же, пират. Пират вообще топовый здесь всегда, вот этот, с которого можно получить обалденные плюшки. Соответственно, можно и хрустальным потом докупить паки. Ну, помимо этого, здесь есть шопинг спри. И он сегодня еще круче, чем предыдущие разы. Как видите, можно собрать огник. Здесь 60 осколков вообще стоит. То есть 6 штук их дают. 60 осколков за 3 тычки, там вы можете его собрать. Камешки уже по 500 и по 200 самые топовые. Но убрали мелкие паки, добавили кучу всякой разной срани. Но опять же, Розалинда 20, вон Розалинда по 10. То есть здесь, помимо того, что вы можете на топовом рынке купить топовые плюшки, я тут огника забрал за 50, вот там были итемы на прокачку. 80 Розалинды вы еще добираете, то есть за один пак можно собрать любого героя, по сути. Еще вот такой вот рынок. Очень и очень даже неплохой. И, кстати, продают вот эмблемки, надо будет позабирать. Ярость Небес 8. Очень интересная вещь. В общем, вот так вот на по локации будем тестировать. Поехали. Сыграем пирата. И попробуем там апнуть, что у нас получится. Так. Ну, как раз 20. Ну, смотрите, семерка сразу же выпала. За 1200 сразу эмблему получаете. Третья карта. Ну, нигде, ни на одном сервере еще я не видел настолько топового. Возможно, там говорят на немецком тоже топовый пират. Но я не думаю, что он сравняется с этим пиратом. Чем английский сервер? Вот здесь пират обалденный. И здесь акция магазин скидок тоже обалденная. Это те акции, которые реально для бездоната круче всего. Так, забираем плюшки. Ну, скажите вы, 3,5к кулаков уже есть. 9000 кгшек. Все как всегда. Так, у меня там премьера уже даже началась. Так, поехали дальше. Две эмблемки мы вытащили. Попробуем, сможем ли, схватит ли мне книг. У нас еще будут книжечки дополнительно, сундуков. Возможно, нам не надо будет четверки открывать, мы их просто так уже откроем. Так, смотрим. В районе 5к вы получаете 3 карты, ребят. 3 топовых карты. Это топовые карты, это не обычные там карты. Это самые топовые, блин, эмблемки. Ну, все как обычно. Что я могу вам сказать? Так, сейчас я посмотрю, что тут у нас, сколько надо нам собрать. 30, да, 30. 33, где-то 1000 надо порулить. Значит, то где-то 90 до 87. Открываем, поехали. Вот так вот. Так что сегодня будет истина, сможем ли мы апнуть лям или нет. Это будет, смотрите. Карты просто сыпят. Просто супер. Что говорить? Говорят рандом. Ну, это не рандом, ребят. Это называется просто поставить нормальный шанс. Если сравнивать другие сервера с этим, здесь просто шанс обалденный. На выдачу определенных итемов. Да, здесь сумки огника не падают, так как на китайке. Но здесь падают другие итемы. Посмотрите, опять 3 карты.
жесть, короче. Это вот это серверы, где ты играешь, ты получаешь удовольствие не из-за того, что ты там мега донат, у тебя там это, а из-за того, что здесь нормальные плюшки даже для бездона, и бездоны себя лучше здесь чувствуют. Русский сервер хардкорный, но нафиг тот хардкор потратить 3-4-5 лет и потом в итоге смотреть, как остальные без доната намного круче развиты и намного интересней прохождение у них локации, а ты сидишь, блин, на той же самой 20-й, на 20-м древнем и не знаешь, что делать, как пройти. Есть тоже какой-то предел всему. Так. Пятые сундуки падают. Смотрим, у меня там сундуки были пятые, все открыты. Так, есть. Давайте еще рольнем. Для удачи. До 85. Пока есть у нас старый роллинг. Смотрим. Новый старый уже. Потому что вернуть через полчаса все обратно. Ну нифига на нем не падает. Это просто жесть. Ни одной лиги, что ли? Дайте легенду одну хотя бы. Посмотрите на это. Это просто издевательство. Череп! Ну нифига себе, за 7к черепа выбили, это конечно круто. Так, окей, ребят, поехали посмотрим, что у нас по плюшкам. Что у нас? Ну 6. 6 сундучков мы получили. Ну посмотрите, вытащили все-таки из 6 этих сундуков, какие мы вытащили плюшки. То, о чем я говорю, что как бы это можно получить все без донатным способом. Вот почему такие акции именно крутые на этом сервере. Ну здесь я не знаю, здесь как и для тех, конечно, для бездоната лучше все-таки Тайвань, там быстрее его прокачает свой ак. Но все равно. Так, сейчас я заберу плюшки и открываем еще некоторые. Давай, не тупи. В общем, вот так вот. Сейчас будет истина у нас. Я не знаю, или мы докачаем все до конца, или нет, но думаю, будет интересно хотя бы приблизительно. Потому что мне еще шопинг спри надо будет играть. За 5 баксов стрелок. 3 карты, блин. На русском сервере. Это редкость. Здесь это в плане вещей. Расколы, ремки, 7 карт, ну комменс просто. Сундуки 4, надо будет их пооткрывать. Так, есть. Открутили мы этот шанс. Поехали посмотрим, что у нас с этого получилось. Update Sense. Так, ну вот последний мешочек у нас такой вот. Забираем плюшечки. Офигеваем. Так, вот это еще не все при том. Так, collect. Забрали мы все, поехали, пооткрываем итемы. Вечером конкурс, не забывайте, то есть я разыграю то, что я говорил, делим победителя, вот пятые 77 штук, смотрите, вот так, раз-два, сразу же. Здесь, кстати, вот лучше всего вот коробки книги с пятых и по 100 штук, я вечно с ними боролся, сейчас мне этих книг реально не хватает.
Так, окей, есть. Есть, отлично. Отличненько. Так, хорошо, с этим мы разобрались. Поехали, попробуем под силу. Посмотрим, что у нас с этого получится. Так, у меня тут уже 16-е А по лицу. Долгое, нудное дело. Вот 5000 желтых у меня есть. Всего лишь 5000. Придется Шопинс приезжать. Наверное, мы не докачаем. Ну, хоть книги добавились. Плюс 4000. На русском сервере, блин, об этом только мечтать. Вечно проблема. Так, 15-й. Ну, тут на самом деле быстро сейчас расходники улетают. Ну и сила тоже быстро качается. Ну, где-то должны... 6К, конечно, я апну за сегодня, это не проблема. Но сейчас вряд ли я успею, сейчас посмотрим. 350, это получается 10-12 в среднем за каждого. Плюс 3000, где-то 97 тысяч у нас будет, где-то так приблизительно. Плюс-минус. И все, и камни нам скоро не нужны будут. Больше нечего будет. Придется ждать следующие обновы, что они там ведут 40-е прорывы. Так, ну чё? Долгое нудное занятие. Ладно, давайте уже помучаемся, посмотрим, до скольки мы все-таки дойдем. Интересно, думаю. Пишут. Подкрутка. Это подкручивают силу. Да, подкручивают. Вот так вот подкручиваю каждый день. Я, честно говоря, не против, чтобы не подкручивали, но. Да. Уже 995. Их нам этих должно даже хватить, наверное, скорее всего, чтобы апнуть. Эту силу на максимум. Вот вопрос, расширится, не расширится, будет ли лям доступен или нет. Это самый, наверное, прямой вопрос для всех. Реально ли там открыто? Уже 996. Ну, считайте, по 300 за каждый ап, чуть больше даже. То есть 3 героя, 3 прокачки, это 1000 силы.
Так, есть. Да, не хватит нам чуть-чуть. Максимум. Я уже это чуть-чуть компенсирую на этом. На Shopping Spree. Там однозначно нам дадут камней. Дофигище. 997 где-то. Не знаю, там 998 даже будет. Так, отлично. Девятьсот девяносто восемь, почти, ребят, почти добили. Так вот, нам чуть-чуть не хватило, но, в принципе, 998-190. Да, чуть-чуть еще, совсем чуть-чуть, и мы разгадаем тайну, будет ли лям силы доступен он или нет, или 999 все-таки максимум, будет оно отображаться или не будет. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики и ждите уже конкретно видоса. Всем удачи, всем пока.